он у нас теперь складывается, потому что это эксперимент. Ну, классно смотрится, согласитесь. Итак, всем привет! Приветствую на канале Guns My Life. Сегодня на обзоре, как вы поняли из описания, 12-я сайга, исполнение 0.30 в дереве. Ну давайте по порядку, что мы сделали. Взяли цевьё от РПК, переделали под 12-ю сайгу, соответственно. Вот. Здесь стояла на пластике, на пластмассовом цевье такая пружинка. Я показывал ее в предыдущих роликах. Посмотрите, как мы избежали того, чтобы ее монтировать в деревянное цевье. Тупо взяли под размер пружинку другую, вставили сюда. Она плотно вставилась. И теперь работает крючок для приклада. Что сделали дальше? Дальше мы взяли рукоять, купили мы у оружейного блогера, так называемого Али, канал называется, шлифанули, покрасили, лаком покрыли. Что сделали дальше? А дальше мы сделали вот такой вот прикладик. Приклад непростой, ребята, непростой приклад. Это приклад от 74 АК. Был обточен, прошлифован. Он у нас теперь складывается. Ну, не фиксируется, не стал делать, потому что это эксперимент. Сейчас расскажу, что за эксперимент. Здесь, соответственно, все приварено к кронштейну. Так, ну давайте по нашему, так сказать, изобретению. Сделан был приклад. Здесь у нас идет газовые стоечки мебельные, ароматизаторы, так назовем их. Потом сделана была пружина под размер. Тыльник был сделан из стали 0,3 мм. Здесь, чтобы закрутить, видите, мы прорезали отверточкой. И в теории, вот с такой вот пяточкой, в теории, он должен смягчать отдачу от 12 калибра. В теории. Как это покажется на практике, неизвестно еще. То есть мы отстреляем, все это покажем, снимем видео. Если у нас не проканает, то поставим помягче пружину. Если тогда не проканает, то тупо выкручиваем эти газовые мебельные. И сюда прикручиваем какой-нибудь тыльник или оставляем вот этот тыльник. Вот. Вот такая вот у нас получилась сайга. Это вообще уникальная вот эта схема. Никто это не делает. Не делал, точнее. Уникальная. Ну, я думаю, он проканает у нас все. Вот. Что еще по прикладу? Ну, повторюсь, был обточен. Вот. Здесь косяки все были замазаны. Они визуально их видно. Были замазаны автомобильной шпаклевкой, покрашенной сначала красочкой, потому что шпаклевка на водной основе морилкой, это красное дерево, кстати, не колируется. Вот. Замазаны, покрашены, лаком покрыты несколько раз. Здесь это все приварено. Вот эта вот часть. Она приварена. То есть взят кронштейн из-под пластикового, от пластикового приклада. Вот. Было приварено аргоном здесь, прям по месту. Вот эти отверстия были замазаны силиконом черным. С этой стороны видно, не видно.
Вот. Так. Ну, ручка я уже сказал, рукоять, да? Кстати, удобно. Это от пулемета Калашникова рукоять. Вот. Также от РПК у нас цевьё. Шлифованное, тоже лаком покрыто. Прям тюделька в тюдельку встал, то есть с натяжкой. То есть держится конкретно, короче. Вот. Ну и визуальная сама картинка. Визуально. Этой сайги. Сами видите, да? Ну классно смотрится, согласитесь. Вот. Так, этот тюнинг в дереве мы сделали. Покупать тут цевья, там ручки. Ну, то есть, это все мы покажем. Теперь у нас задача отстрелять, сделать тест с родным прикладом пластиковым и, соответственно, с этой системой. С этой системой, если все успешно, то я буду рад. Так, ну, всем удачи, всем пока. Вы были на канале Guns My Life. Подписывайтесь, ставьте свою оценку. Всем удачи, всем пока.